В Пицунде состоялось официальное открытие национального дельфинария. В нем принял участие президент Рауль Хаджимба. На территории объединения пансионатов курорта Пицунда функционирует национальный дельфинарий. Его официальное открытие состоялось 26 июня. В нем приняли участие президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. После того, как была разрезана красная лента, было проведено представление. Два дельфина Фалин, Марк и Ева, и два морских котика Вика и Катя продемонстрировали всем свои умения и навыки. Так морские котики кувыркаются, крутят обруч, играют на гитаре, а дельфины приносят на носиках мячи, проплывают через кольца, спасают человека. Обитатели бассейна завезены из России. Свою программу готовили в Сочи-парке. Каждый день, кроме понедельника, проходит по два представления. Одно представление длится 45 минут. Цена билета 600 рублей. После представления посетители могут поближе познакомиться с Марком и Евой, сфотографироваться или проплыть с ними несколько кругов, но за отдельную оплату. Когда человек воочию наблюдает за этими милыми существами, он проникает еще большей любовью к ним и понимает, насколько они умны. Посетители первого представления получили незабываемые впечатления от программы и знакомства с дельфинами и морскими котиками.